Итак, всем привет, вы на канале «И с вами Разный», и продолжаем мы нашу игру «Русский водила 3», а, собственно говоря, сегодня мы с вами едем полностью в Билибино. Так что, поехали. Так, ну-ка, и чё у нас получается? Так, ну все, поехали. Так, нас встречает сразу какая-то деревня, да, вот здесь мы вчера с вами и остановились. Нас встречает какая-то деревушка, все. Все то же самое, в принципе, ничего не изменилось. Все так же... Так, ага, переключение. Какая у нас, кстати, передача уже? Я прямо сейчас не посчитал. Тут у нас какие-то гаражи, сараи, все дома прям вообще старенькие-старенькие, пробитые, разбитые. Жестко, конечно. Но, тем не менее, мы получили с вами в прошлой серии навигатор, и фары мы с вами получили. Так что интересно, что-нибудь у нас будет на пути в Билибино. Вот это прямо интересно. Нам сейчас показывают то, что мы в Магаданской области. Ну, я не знаю, в Магаданской мы области, не в Магаданской. Это мы еще тоже узнаем, тоже посмотрим, тоже проверим. Возможно. Ничего не обещаем. Так, и вот мне наши кочки, цветочки пошли. Так. Стоять, стоять, не так быстро, не так резво. Потихой, потихой надо. Надо потихой. Так, встречка у нас вроде бы там вдали не видно, да? Не видать пока встречки. Так что поедем с вами на обгон. Так, и встречка у нас там есть, но она, правда, далеко, но рисковать я не хочу, потому что кочки, все такое, я не хочу. Не надо мне это так, а там уже дальше, я так понимаю, опа. Ни хрена ты, конечно, летишь, вот это пазик. Вот это да. Вот это он ковыряет. Так, а у нас какой-то еще один автосервис. И что-то у нас какая-то... Что? Что у нас какая-то непонятка происходит. Ну-ка, давайте-ка завернем автосервис. Ну и что? Ну, ты понимаешь, что я из тебя сел, блин, а? Шестерочка. Ну и мы здесь, да, выехать мы уже никак не можем. Так что поедем еще раз. Поедем еще раз. Здравствуйте, наш пазик. Вот так-то оно случается. Так. Мне интересно все-таки, что там было за кольцо. Какая-то прям непонятно. Что там все-таки было за кольцо такое интересное какое-то прям. Может, там еще куда-то есть какие-то проезды, переезды. О, у нас какой-то амбар, да, справа был. А я его не заметил первый раз. Так, давай-ка здесь сделаем чуть поменьше скорости. Потому что вот этот жесткий поворот, встречки вроде бы нема. Так, а тут у нас горка вот эта, да, опасная наша. Так, ну и здесь получается, давай-ка мы, наверное, всех пропустим, чтобы они проехали уже. И никакого у нас затора там всего остального не было, вот этого. Так что пускай себе едут. Пускай едут, заради бога, блядь.
Давай уж проезжай, ты куда, Волга? А, все. А, вы у нас вот так поворачиваете. Ну, это тоже хорошо. Так, а нам в автосервис надо. Так, а вот какие-то еще дворики у нас есть. Прикольно. То, что дворики еще тоже есть, это тоже прикольно. Так, и у нас тут дают. Инжектор и шноркель. Но шноркель у нас не устанавливается в эту машину. Так что, ну, инжектор. Все, давайте-ка так, выезжаем. Ну и, в принципе, мне кажется, что как бы, не знаю, ничего, походу, не поменялось. Ну, может, тоже набирать просто. Может, набирать стал побольше просто, и все. А это у нас никуда не ведет, да, дорога? У нас куда-то дорога еще есть, вон туда показывает нам. А дворики нас никуда не ведут, то есть. Нет, стой, стой, стой. Только давай-ка не газовать, не дрифтовать, тут ничего не будем этого делать. Танцевать не надо мне тут. Ну вот, в принципе, мы выехали. Давай-ка поедем в обраточку, посмотрим. Давай-ка вообще сделаем кружок, наверное. Посмотрим, что нам вообще предлагают. Так. Этот поворот налево у нас-то то, откуда мы приехали. Так, вон там у нас поворот еще куда-то ведет. Только куда уже непонятно. Непонятно, неизвестно. Ну-ка. Ну, я не знаю. Давай все-таки съездим вот туда назад. Посмотрим, что там. Ну вот, да, вот где у нас стрелочки показаны, посмотрим, что там у нас. Мне просто самому интересно, что это такое. И куда оно ведет? Куда-то оно ви... А, в Билибино как раз ведет. Глянь-ка. По... Чего? Что? А как тут ехать, скажите на милость? И что это за херня? Путь на Камчатку тут показывают. Но что-то я тут ни Камчатки, никого не вижу. Ну, короче, понятно. Давайте-ка поедем с вами сюда и поедем с вами в самое начало, в Магадан, я так думаю. А, нет, не сюда, не сюда. Немножко пальцем промахнулся, потому что ну, туда я не поеду, поэтому по этим дебрям. Кто уже хочет, пускай уже себе скач... Ты чё, блядь? Самое начало мне надо. Вот всё. А в самом начале мы с вами поворачивали налево. Ну, ой, направо, направо мы поворачивали там. Сейчас мы поедем уже прямо. В Билибино, получается, я не поеду. Ну, потому что там не доехать просто. Там нужен либо КамАЗ, либо уже УАЗ, либо же там какой-нибудь джип, короче, нужен. Потому что вы сами вначале видели, там одни УАЗики, блядь.
Ну а я как на шестерке не собираюсь вот там вот эти пятаки нарезать. Зачем оно мне надо? Так. Ну это, в принципе, мы с вами уже все видели в прошлой серии. Вот это вот начальную локацию. Деревья эти. Дома, здания, поселки, постройки. Всякую вот эту бурду. Так. Я вот не понимаю, почему на первой локации нету FPS-а. Просто его нету. Так, а у нас там, походу, встречка, да, есть? Это хорошо. А, нет, нету, глянь-ка. А почему? Тихо-тихо, пипец. Вот мы, короче, и все. Вот мы и приехали. Вот мы отсюда будем выгребать долго-долго. Потому что нас будет вот так крутить. Что-то сегодня серия прям не удалась как-то немножечко. Так что давайте еще раз и поедем по-аккуратненькому. Все, вот третья передача и все. На ней мы будем и подгазовывать, и обгонять, если что. И притормаживать. Так, здорово. Но постараемся ее все-таки максимально быстренько проехать. Без всяких там аварий, чего-то еще. Надо было все-таки вот брать УАЗика, чтобы и в Билибино в это попасть. Так, встречка. Да. Тут мы, конечно, его на обгон берем, потому что он просто тянется, как не в себя. Едет медленно, везет людей. Хорошо, что не кирпичи, блин. Тихо-т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 ихо. Не так резво, не так быстро, не так юрко. Аккуратненько. Просто едем и все. Потихонечку. Пошел скакать, блин, а? Так, ну и вот, мы уже, в принципе, почти приехали, осталось прям пара поворотиков. Вот хорошо трафик сделали, он прямо как к земле прирос. То есть ты за ним, если захочешь угнаться, то ты улетишь нахуй с трассы. Просто тебе скажут, все, пошел в аут нахуй. Так, ну, в принципе, встречки у нас так таковой как бы сейчас нету, да? Давайте-ка мы их возьмем. Вот так, на чекпоинт, на обгон. Опа, здрасте. А вот она и была. А вот он почти с ней. Не разбились. Так, тихо, нет. На край нам не надо, нахуй.
Так, у нас уже опять вечер, да, начинается? Блин. Опять темнота. Друг молодежи, как говорится. Я пытаюсь постоянно срезать угол. Постоянно хочу прям, чтобы этот... Прям медленнее, ой, быстрее, быстрее прям проехать трассу. Вот как раз Магаданская область у нас, да? Спасибо. Это долго, блядь, что она большая какая-то, а? Так, мы что-то ударились чем-то, да, днищем, походу, мы бахнулись. Так, трафик включил свет, мы пока еще не включили. Мы сейчас в другой город приедем и включим. Так, нет, не съезжай, не вздумай. Если я буду съезжать, это будет прямо жестко. Потому что потом не заедешь. А что у нас был там за знак? Дайте я посмотреть хочу. Якутск, Ола и Талон. Какой талон, блядь? Так, вот давай-ка пока стоим, свет включим, хорошо. Так, ну и все, а нам по прямой прямо вот сюда надо. Так, ну и да, все, и едем мы на Якутск, получается. Ох ты ж, ёпа-мать. Что тут-то с трассой, господи, а? И что это? Что это такое, а? Что это за бред смердячий? Ну, вроде бы обороты набрали. Так что поедем потихоньку. Так, что это у нас такое? Это у нас Снежный и Уптар и Якутск. Вот как раз мы едем в Якутск. Это у нас кто закончился? Магадан у нас кончился. Хорошо. У нас погода прям хмурая, а. Я переключусь на вторую, на свой страх и риск. Но думаю, все-таки зря я это сделал, наверное. Здесь, кстати, заметьте, здесь уже прям как-то вообще хламово сделано, если честно, локация. Мне прям не нравится. Какие-то склейки, вон какие-то горки по бокам, блин. Вообще непонятно, куски карты вон выделяются, блин. Что это вообще? Ну вот, смотрите слева. Что это такое, блин? Охренеть, прям аж три куска, как будто он, блядь, как будто разработчик собирал просто из... не знаю. Что у нас по радару пишет? Автодорога Калина. А, Калма. Да, конечно. Мне кажется, вот Нева, либо она тоже сыкует, либо же я ее беру на обгон. Вот да. И все, и она остается сзади, как ни в чем не бывало. Ну и все, а мы здесь по... Я так думаю, то, что мы здесь поехали. Наверное, хотя тут кочки такие, знаете, скрытые, это я так понимаю. Здесь вроде едешь, вроде хорошо, а вроде и плохо. Так, гаражей нам не предвидится. Это понятно, в принципе. И что это? Это... Что это такое? А, в смысле? А, серьезно?
Не, ну если так можно, то окей, ладно. Я типа без Б, без проблем вообще. Да, конечно. Это уже стрёмно. Что еще от этой игры ожидать? Даже банально моста нет, блядь. А просто едешь по реке, типа, да так тоже можно проехать. Не обращаю внимания, так все ездят. Ой, блин, я в шоке, короче. Так. Ёптвою мать. Вот это, конечно, здесь склоны. Я, да. Я все. Я, короче, я в ауте, короче. Я не знаю, что мне еще говорить про эту игру. Потому что про нее, в принципе, уже понятно. Осталось только ее доснимать и все. Ну, графони здесь, вот честное слово, графони мне здесь нравится. Здесь уже намного получше, чем в первой части. Или же намного лучше, чем во второй, или же в первой части. Вот. Точно. Какие-то у нас, гляньте, вообще пошли горы какие. Ну, не горки, а холмы какие-то, да? Интересно, такое сделали, как. Сделали как автостраду. Но тут же и не автострада, потому что, типа, с такими кочками невозможно разогнаться. Но так потихонечку ехать можно. Но я не знаю, сколько мы проедем. Но в любом случае до Якутска и будем тогда заканчивать. А если мы еще, кстати, доедем, не перевернемся, блин. Я вот так буду понемножечку подгазовывать, держать у нас под. Ну, держать под 80 километров почти. И все, я больше разгоняться не хочу. Я просто боюсь перевернуться. Потому что я не вижу смысла здесь лететь. Такие кочки, такие горки. Так что я думаю, нет. Так, здесь у нас никого. Поехали. А это что, серьезно, автосалон? Вы на приколе или что, блядь? Поехали. Ха, в натуре. И у нас здесь спортивный глушитель можно установить. И также кат-киллер. Но он не устанавливается. Но глушитель устанавливаем хорошо. Что-нибудь поменялось? Ну так, немножко. Так, давай на разворот. И поехали потихоньку. Нет, не надо, не улетай. Так, а вот и встречка пошла. Нам еще фары желательно бы включить. Вот так, да. Я вот сейчас, кстати, не думал то, что. Ох, а что это у нас? Че, радиации покрыло, шельмять? Землю радиация накрыла или что? Что это такое? Что это за текстуры просто натянуты какие-то, блядь, картинки на текстуры? Капец, блин. Что это? Фу, бля, вообще. Гляньте, ё-моё, а здесь додумались сделать мост. Ну как так, а? Ну честное слово. До оттуда, как будто они, у них руки не дошли, да?
Ну, честное слово, ё-моё, ну как так? Ну, все, я не знаю, меня бомбит в этой серии почему-то, почему-то не знаю. Наверное, потому что мы в Билибино не попали. Не посмотрели, что из себя представляет город. Ну или что там, город, наверное. Так, давайте-ка фары вырубим. Так, ну и мы, походу, куда-то приехали. Так, давай-ка его обгоним быстренько, вот так, да. Ну и все, мы приехали в Якутск, и на этом мы с вами на сегодня закончим. Так что всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайк, писать комментарии. Кто хочет скинуть донат, ссылочка на донат в описании этого и любого другого ролика. Все, всем пока.